Ледовый дворец «Армада» готовится к открытию нового спортивного сезона. Здесь каждый день тренируются фигуристы и хоккеисты разных возрастов. Чтобы остановить распространение коронавируса и сохранить здоровье детей и сотрудников, во дворце строго соблюдаются требования Роспотребнадзора. Сегодня все тренера, работающие на льду, и на фигурном катании, и на хоккее, прошли вакцинацию, то есть прививку сделали. 100% тренеров. У нас нет тренеров, у которых и административных работников, у которых не была бы сделана прививка. При входе в Ледовый дворец всем в обязательном порядке измеряют температуру, а перемещение по зданию возможно только в масках. Администрация Ледового дворца запретила вход людям, не связанным с тренировочным процессом. Но для младших групп есть исключение. В связи с эпидемиологической обстановкой и наличием коронавирусной инфекции мы следуем этим указаниям и соблюдаем все меры необходимой профилактики и предосторожности. Значит, но исходя из того, что в некоторых группах дети находятся в возрасте от 5 до 7 лет и нуждаются в опеке со стороны родителей, мы допускаем двух законных представителей. Один или два родителя, в зависимости от количества детей в группе, назначаются ответственными. Это неудобно, но приходится подстраиваться под новые требования. В Ледовом дворце 8 раздевалок. Места хватает на всех. В данных условиях, вот как видите, один дежурный родитель на группу, его допускают в раздевалку, он помогает. В дежурстве чередуются. Важно отметить, что тренер тоже всегда готов помочь. В случае затруднений подойдет и поможет завязать коньки. По словам директора спортшколы, условия для безопасных и комфортных занятий в «Армаде» обеспечены. А введение ограничения – вынужденная мера. Родители юных спортсменов надеются, что временная. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».